Ты что делаешь? Что пришла? Что ты пришла? Да ты что? Гуляла? Кошка. Сейчас уже вечер, и мы ждем доставку с Яндекс.Такси. Ждем мы доставку с нашего любимого орхидейного магазинчика. Очень срочно мне прямо сегодня потребовалось забрать свой заказ. Вообще я собиралась ехать в этот магазин, потому что девушка у нас здесь в Питере в Невском районе открыла супер классный магазин орхидей. И, ну, последние, наверное, несколько месяцев я уже у нее заказываю и цветущие, и Микки, и все остальные подросточки. Вообще, в принципе, я цветущие редко когда заказываю, честно говоря, потому что я такой приверженец сразу отрезать цветонос, чтобы потом орхидейка спокойно могла наращивать свою листовую массу, корни. То есть я отрезаю цветонос и занимаюсь уже дальше здоровьем орхидеи, потому что я люблю, когда мощные, красивые уже становятся кустики, и тогда они дают очень классное обильное цветение. На самом деле Ира сказала, что давай-давай, забирай скорее, потому что Микки классный приехала в этой поставке, многие корешки раскуклены, и чтобы уже скорее-скорее эти малышки попали домой. Сам по себе магазин у Иры мне очень нравится, такой классный, такой, там все по-грамотному сделано, там сделана подсветка, увлажнение, ну, такое атмосферное место, я потом обязательно туда съезжу и сниму, просто мне не удалось в этот раз туда поехать, и я сделала доставочку. Вот, на самом деле классные, классные 2,5, в этот раз пришла поставочка. Тут какие-то Микки, несколько не Микки, ну, потом сделаю разбор. Сегодня я уже ничего с ними делать не буду. Вот это Хатаюки, она, смотрите, написано 2,5, это явно 1,7. Ну, в принципе, я ее заказывала как 1,7, но вот почему-то вот так вот написано. Вот он, в принципе, по листовой, как 2,5, просто такой маленький горшочек, ну, корней там достаточно. Вот, к чему я, что... Сегодня я делать уже с ними ничего не буду. Сейчас уже вечер. Они просто постоят, немножко расправятся. А завтра с утра я уже займусь и сделаю подсъемку, что я с ними буду делать. Сейчас я просто рассматриваю вот этот растущий листик. Шеи все отлично. Меня вообще все устраивает. Крепыши такие, да? Смотрите, просто солдатики. Просушены хорошо. Они так классно просушены, и они будут прям с удовольствием пить то, что я им дам завтра. Ну, супер вообще, класс. Я так рада. Вот, знаете, бывает, сидишь, и я понимаю, что они там у нее в магазине лежат, и мне просто срочно потребовалось это заказать. Даже не смогла терпеть, чтобы... доехать до туда, заказала доставку быстренько-быстренько. Ну, цветущий мне, конечно, просто очень понравился ее цвет. Мне она очень подходит под мой интерьер. Я сначала, честно говоря, заказала чармер в цветущем, просто уже стадное чувство, потому что я слышала, что чармер как-то пропадает сейчас. Хотя мне он особо, в принципе, никогда и не нравился, но не знаю. Но потом я передумала, я говорю, Ира, нет. Не хочу, чармер не моя тема, так же, как кот, не знаю. А вот эта вот, она по цвету просто мне очень понравилась, и она мне очень классно, мой интерьер подходит. Я думала, что у нее цветочки побольше, но, в принципе, они закрыты, ну, посмотрим. Симпатичная мне понравилась. Но в любом случае ее ждет отсекание завтра цветоноса. Это какие-то механические повреждения. Так вот она выглядела на фотке. Я думала, она побольше, размер цветочка. Но они такие немножко закругленные. Ну, ничего, завтра разберемся, посмотрим.